ты готовы закапывать, проложили вот трубу для воды, кабель в пендашке и гофру с подачей и обраткой отопления. Тут у нас, значит, метр от пола гофра, а все остальное, так, вода 2 метра, но если надо, сделаю больше. Электричество все 10 метров, даже больше тут 10 метров. Здесь они. Тут глина. Тут дренажка уже течет. Видимо, из дома. Да, давай. Воды-то воды, откуда бежит, непонятно. Видимо, все-таки этот работает. Осмос большущий такой в доме, и он сливает воду в дренажку. Ладно, потом покажу, когда все засыпем.